Всем привет! Многие думают о том, чтобы стать домашним кондитером, но никак на это не решаются. Большинство тех, кто готовит сладости для себя и близких, думают о том, что десерты на заказ – это невыгодно, сложно и долго, и на этом невозможно заработать. Кто-то даже не подозревает, что на домашней кухне можно приготовить наивкуснейшие и великолепные десерты из проверенных продуктов. И не покупать непонятно из чего сделанные торты и пирожные в супермаркетах. И я вас прекрасно понимаю, потому что до недавнего времени я думала точно так же и даже не догадывалась, куда меня приведет моя любовь к десертам. Итак, меня зовут Надежда Балуева, я домашний кондитер и уже несколько лет готовлю торты и капкейки на заказ. Имею стабильный приличный доход и могу позволить себе отпуск несколько раз в году. И я очень люблю свою работу. А с чего же все начиналось? Однажды друзья подарили мне кондитерский курс, я успешно его закончила, бросила офисную работу и с тех пор продолжаю совершенствоваться в кондитерском деле. При этом поток заказов на торты и десерты не останавливается, и я сама решаю, когда его остановить и уехать отдыхать на море или в горы. Вы можете продолжать бояться и думать, что это сложно, невозможно научиться готовить десерты и зарабатывать на этом. Или можете сделать первый шаг к своей мечте и свободной жизни и сами решать, когда вам отдыхать, а когда работать. Я рекомендую вам начать с 4 шагов. Первый. Изучите основы приготовления десертов. Второе. Подготовьте необходимые продукты и ингредиенты. Третье. Рассчитайте свои расходы и возможную прибыль. И четвертое. Конечно же, приготовьте десерты и сделайте первые продажи. Просто начните, и у вас обязательно получится.